Человек проходит самые разные состояния, подъемы, падения. Он должен радоваться изменениям в себе. И чем больше этих изменений, чем они чаще, чем они сильнее, тем лучше. Поэтому нужно заботиться о связи с другими, а не о том, чтобы анализировать себя, делать какие-то выяснения, что я ощущаю сейчас, что буду чувствовать потом. Нужно как можно больше быть связанным с другими. Убрать голову, то, что называется. Подставить себя под влияние группы. Вот что такое убрать голову. Сделаем и услышим. Вот что главное. Постараться включиться в других и ощутить, что только так, приподнимаясь над своим разумом, можно получить силу отдачи.